Привет, дорогие друзья из Москвы. Я обещала вам из Москвы только одно видео с подписчиками, поэтому сейчас я нахожусь, кто знает, какой там мост, я не знаю, на каком-то мосту, который ведет в сад Музеон. Дальше я собираюсь идти в Третьяковскую галерею, музей Пушкина и так далее. И знаете, что я хочу сказать? Очень интересно. Буквально вчера думала об этом, о любимых городах. И моим самым любимым городом до того, как я посетила Стамбул, был город Стокгольм. Да, шведский город Стокгольм. Просто потрясающий, очень красивый город. Если вы еще не были в Стокгольме, обязательно едьте. Ну, а после того, как я посетила Стамбул, а точнее уехала жить Турцию, Стамбул стал моим самым любимым городом. И знаете что? Сейчас третьим моим любимым городом, знаете, какой город стал? Я думаю, что вы догадываетесь. Этим городом стала Москва. Знаете почему? Потому что здесь очень классная атмосфера, несмотря на то, что очень много людей, но меня на самом деле они не напрягают. И когда я куда-нибудь еду, в метро мне приходится делать много пересадок, но мне очень-очень нравится метро. Поэтому Москва стала любимым городом. Этот список пополняется очень медленно. Ну, а вы спросите, как же Аланья? Ну, Аланья – это город души, это город, который в моем сердце навсегда, это родной дом, это все. Поэтому Стамбул, Стокгольм и Москва – мои самые-самые любимые города. Вот. Ну, а дальше я иду гулять, возможно, покажу вам что-то еще. И потом вы увидите в самом конце видео встречу с девчонками, которые пришли на встречу подписчиков. Была я в Москве всего 4 дня, и завтра утром уже улетаю обратно в Аланью. Но на самом деле погода вчера была пасмурная, и это было классно, потому что я прошлась по многим местам, и не было жарко. А сегодня погода солнечная, очень тепло. И, кстати, вчера я прошла порядка 25 километров, по-моему, знаете, где была? От Киевской, а нет, от отеля на Смоленской я пешком дошла до Музея изобразительных искусств имени Пушкина, далее до Собора Христа Спасителя, далее я ходила в Третьяковскую галерею и, да, потом к площади, к метро Парк культуры и далее уже ездила по своим делам. Кстати, многие, конечно же, зададутся вопросом, зачем я приехала в Аланию. В Алании, видите, уже соскучилась по Алании. Зачем я приехала в Москву? А приехала я по своим кое-каким делам. И эта поездка была очень успешная по делам нашей компании. Много интересных проектов, людей, контактов и так далее. Поэтому, помимо того, что я отдохнула, я сделала такси. Зачем здесь такси? Сделала очень много интересных дел и погуляла по разным местам Москвы. В общем, открываю для себя Москву заново. Точнее, не заново, а открываю, в общем, для себя Москву. И сейчас последний день. Завтра утром в 6 часов отправляюсь на Киевский вокзал, на Аэроэкспрессе уже поеду в Аланию. Лечу я, кстати, на Победе, авиакомпания Победа. И, честно говоря, мне очень нравится. Но летаю я, езжу всегда в отпуск без багажа, только с ручной кладью. Цены на билеты отличные. Мне нравится. Несмотря на то, что в прошлом видео я сказала, что Победа мне понравилась, и люди стали писать о том, что вы не летали на Победе местными рейсами и так далее. Ребят, я не летала. Я говорю конкретно про рейс Гази-Паша, Москва. Этот рейс и сервис на этом рейсе
То, что он существует, это прекрасно, и мне все мне нравится. И цены, и сервис. Ну, в общем, никаких претензий к компании «Победа» я не имею, именно если говорить об этом рейсе. Другими я не летала, естественно. Как я могу ими летать, если я не живу в России? Вот. А говорю только о рейсах в Аланию. И что еще вам сказать? Ну, в общем, у меня такое расслабленное, классное состояние. Москва меня все больше и больше завораживает. И не знаю, просто хочется гулять, вдохновляться. Очень много мыслей я, конечно же, пройдя 25 километров, и сегодня, я думаю, тоже километров 25 будет. Пройдя столько километров, я передумала очень много разных мыслей по поводу нашей работы, проектов и так далее. Ну и была такая своеобразная перезагрузка, которая нужна всем, особенно тем, кто занимается дизайном или каким-то умственным трудом. Это очень необходимо. То есть я обнуляюсь таким образом. Вот. Когда в следующий раз приеду в Москву, неизвестно. Приезжаю я на какие-то встречи по делам. Ну, а с Айханом мы отправимся в отпуск уже в сентябре месяце. Так что те, кто живет в Москве, здорово, вам повезло. Действительно, очень классный город, насыщенный, наполненный, такой живой. Сейчас иду в Музей современного искусства, ну, а потом на встречу с девчонками, с подписчицами. Дорогие друзья, я уже вышла из Музея современного искусства. И вы знаете, кто давно смотрит мой канал, я всегда хожу на выставки в Музее современного искусства или на выставки современного искусства. Знаете почему? Потому что когда вы вникаете в суть произведений, они меняют вас навсегда. То есть это такие вещи глубокие, интересные. Поэтому, когда вы смотрите какие-то произведения искусства современные, никогда не говорите, что вам нравится или не нравится. Всегда подходите с той точки зрения, понимаете вы или не понимаете. Ну и, конечно же, для того, чтобы понять то или иное произведение современного искусства, вам нужно обязательно почитать о художнике, о том, к какому он стилю принадлежал, о том, что он хотел сказать. Ну, в общем, это очень интересно. И я вас всех, где бы вы сейчас ни находились, приглашаю в Музей современного искусства. И на такой прекрасной ноте, друзья, ноте искусства, мы с вами переносимся в центр Москвы, в ГУМ, где была наша встреча. Обещала вам из Москвы одно единственное видео со встречи с подписчицами, которые пришли сегодня. День России сегодня, 12 июня. Очень много народу, и вместо парка Зарядье мы пришли в кафешку пообщаться, потом, может быть, куда-нибудь, не знаю, может быть, сходим, да. И сейчас я вас познакомлю с этими прекрасными девушками. Здесь у нас еще есть детки. Да, сейчас вас с ними познакомлю. Всем привет, меня зовут Байерма. Я пришла на встречу со своими деточками. Старшая это Аяна и младшенькая дочка Сесей. Привет. 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 Скажи что-нибудь. Рассказывайте, как у вас дела? Отлично. Отлично? Да. Нормально. Вы в Аланию ездили? Помните, когда в Аланию ездили? Да. Рассказывайте, что делали? На пляж ходили? Да. Купались? Загорали. Загорали? На каком пляже, скажи? На пляже Клеопатра. На пляже Клеопатра. А тебе сколько лет? Мне 7. 7. Скоро в школу пойдешь, да? Да. А тебе? 4. 4. А ты в школу не хочешь идти? Нет? Нет. Не хочешь? Рано еще. Рано. А я хочу на математику ходить. А, ты в школу в этом году пойдешь? Вот. Да. Слушай, а какой тебе больше предмет нравится? Ну, изо и рисование. Изо? И математика? Да. Изо и математика. Рассказывайте про свой отдых. Как? Вот мы в этом году в мае первый раз съездили, отдохнули именно в город Аланию, потому что с самого начала туда хотелось. И по
рекомендации по советам вот Насти, Анастасии, вот, да, те места, которые она показывала в своем виде. Мы посетили вот эти места, в первую очередь поднимались на крепость. И были настолько рады, настолько все понравилось, все. И пляж Клеопатра – это самый лучший пляж, где можно вот отлично провести время, отдохнуть. Все понравилось. И город Алания, я могу сказать, что это город, куда хочется возвращаться снова и снова. Обязательно еще раз туда съездить. А находимся мы сейчас в Гуме. Гум, я думаю, знают все. И пришли в японский ресторан. Будем кушать суши. Девчонки, вы любите суши? Нет. Нет? Я не очень. Нет? Ну, а почему? Специально взяла овощные. Я думаю, они понравятся. Они очень вкусные. Ага. Даже... Роллы, точнее. Не суши, а роллы. Да, это роллы. Ага. Здравствуйте. Я подписчица Анастасии. Вот она сообщила, что хочет встретиться со своими подписчиками. Я решила с ней познакомиться поближе. В Турции еще не была, очень хочется съездить. Поэтому интересуюсь темой Турции. А вы сами откуда? Подмосковье. Угу. Ну, в общем-то, и все. Да. В общем-то, что мы можем сказать? В самое ближайшее время мы вас ждем в Алании. Да, осенью. Да. Осенью? Да. О, супер. Поэтому, да, друзья, в описании ко всем моим видео и в описании канала есть ссылка на местонахождение нашего офиса и есть номер WhatsApp. Поэтому, если вы приезжаете в Алания, обязательно приходите к нам в офис. Ну, заранее напишите на WhatsApp и обязательно приходите к нам в офис. Офис у нас в самом центре города, на Пятничном рынке. Поэтому приходите на чай, кофе. Очень многие приходят. Да. Спасибо. Да, спасибо вам всем за то, что приносите всякие вкусняшки. Типа тульских пряников, зефира белорусского. Да-да-да, мы все это кушаем. Недавно приехали подписчики из Литвы, привезли вкуснейший просто шоколад. Просто супер. Спасибо большое, что приходите. И, конечно же, продолжайте приходить. Мы вас, мы очень-очень благодарны и любим, когда вы к нам приходите. Это ваши фотографии из Алании, да? Да, это мы поднимались на крепость, гуляли там очень красиво. Вы на канатных дороге поднимались, да? Да, угу. Да, поднимались на фуникулёре. Ой, а фотографии какие классные. Ага. На фуникулёре. А на самый верх ездили? Да. Но мы в саму крепость не заходили, просто вокруг мы прогулялись. Нет, а на самый верх, на самую верхнюю смотровую площадку. Нет? Да. Есть сейчас ли? Я покажу. Сейчас. Ага. Вы отдыхали в районе на Клеопатре, да? Да, на пляже Клеопатра. Это вот, ой, где потеряла? Сейчас. Вот эти вот. Да. Ага, там один мужчина стоит, он там говорит, сколько-то вообще, очень много лет там работает, помогает людям подниматься. И вот, ага. Вот вид, волшебный вид оттуда. Ой, да, оттуда на самом деле самые красивые фотографии, самые красивые виды Алании оттуда. Да. Да, вот так вот. Здорово. Такой вот вид сделали, ага. Фотографии. Там так страшно прямо вы стоять. В мае месяце ездили, да? Да. Очень хорошая погода была, когда купались морем, да. В бассейне водичка такая теплая была. Класс. А на Красную башню наверх ходили? Вот нет, туда мы не дошли. Красную башню. Угу. Вот очень понравилась вот эта вот энергетика, да, вот эти старинные вот эти камни, да, мы стояли, смотрели, как их раньше строили, ага. Без всяких этих подъемных. И представьте, крепость 13 века, она в 13 веке ее строили. Ну, естественно, ее продолжали после 13 века, но вот первые камни, которые основные, это 13 век все, до сих пор она стоит. А в музее были в этом? В музее нет. Не заходили в музей. Вот почему говорят, не танцевать на каблуках. Не танцевать на каблуках? Черепашку там встретили. Черепах там очень много. Да. Такая большая, главная. Да.
Слушайте, ну молодцы, красивые. Сейчас одна кляжка Клеопатра. Вот такую фотосессию маленькую делаю. Маленькую. Маленькую. 200, сколько фотографий? Ой, класс. Ага. А, это вы специально одели. Специально так фотографии на память сделали. Помнишь? Фотографии надела уже, наверное, стеночку там красивые повесили. Вот, нет, еще ой, надо это все разведчатать. Вот это супер вообще. Давай играем. Это водичка такая классная, ага. Цвет такой красивый прям. Очень красиво. Скоро эти фотки появятся на ютубе. Да. Не только у мамы в галерее, но и в ютубе. Ну и все, и весь мир увидит. Очень красиво. Или вся планета. Вся планета, да, вся планета. И страна. И страна. Это Братц? Это кукла Братц? Братц? Вот это вот. Это же не Барби. Да, не Барби. Скажи, как. А что это? Скажешь, патруль. А вот это Барби. А, похоже на Братц. Вот такая вот красота здесь в Гуме. А вот там вот внизу продают мороженое, но у нас нет налички. Ты на самокате, ты всегда на самокате? Вот такая вот здесь аптека. В Гуме на самом деле очень красивая, такая прям атмосфера праздника. Для меня всегда Гума это праздник. Сегодня День России. На Красной площади идет концерт. Очень много народу. А на Никольской улице все прогуливаются. И мы тоже после кафешки решили прогуляться. Очень, здесь всегда очень классно. Может быть, мы сквозь стену дыхание сквозь, он греет по щеке. Мы сейчас стоим на метро, прощаемся с девчонками на Красной площади, салют. Конечно же, тот, кто не был в Алане, того ждем в Алане. Тот, кто был, ждем еще раз. Ну и, конечно же, всех вас. Поэтому приезжайте в Алане в Турцию. А на сегодня всем привет из Москвы. Да, пока. Пока.